Архангельск вновь присоединится ко всероссийскому забегу кросс-наций. Только в этом году есть свои особенности для школьников. Чтобы не было большого скопления детей в одном месте, решено проводить отборочные этапы в образовательных учреждениях. Победители выступят в забеге. Каждый победитель от параллели будет участвовать уже в финальном этапе. Побежит дистанцию 4 километра. Конечно, дети уже отвыкли от таких физических нагрузок. Но мы постепенно втягиваемся и проводим подготовку для того, чтобы они успешно пробежали эту дистанцию. Регистрация начнется со следующей недели. Получить свой номер можно в Центре развития спорта «Норд-Арена». Также для участия необходим допуск врача. Когда можно было, пытались бегать, когда сняли карантин уже и тренировались в домашних условиях. Хочешь участвовать в кросс-нации? Да, конечно, хочу показать себя, попытаться попробовать свои силы. Вот. Все случится 19 сентября. Старт и финиш на Красной пристани Архангельска.